Всем добрый вечер. Меня зовут Елена Коваленко. Жду всех на прямом эфире. Привет, привет. Итак, мой сегодняшний эфир посвящен такой теме, как бизнес. Бизнес для тех, кто хочет уже на второй, на третий месяц выйти на заработок 20 тысяч рублей и с каждым месяцем увеличивать этот заработок все больше и больше. Итак, для кого же этот вебинар проводится? Этот вебинар, точнее прямой эфир, проводится для всех, кто хочет поменять свою жизнь в хорошем смысле этого слова, кто хочет выйти на доход, кому интересен именно бизнес, который ведется независимо от того, где ты проживаешь, то есть любой точки планеты можно вести наш бизнес и как инструмент иметь только мобильный телефон и интернет. То есть, в принципе, этот бизнес очень популярен у мамочек в декрете, у людей, которые хотят уйти с наемной работы или кто хочет иметь дополнительный заработок, да, к своей основной работе. Для тех людей, у кого уже есть бизнес, но кто хочет еще один бизнес или поменять линейный бизнес на сетевой бизнес. Хотя в нашей компании также есть и методы линейного бизнеса. У нас можно открывать магазины. У нас можно открывать представительства в каждом городе. Всем привет, кто присоединился. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Елена Коваленко. Я ведущий бриллиантовый директор компании BOC, являюсь партнером этой компании. Также являюсь частью проекта Freedom Style. Это проект, который дает возможность огромному количеству людей выйти на хороший доход, поменять свою жизнь, найти друзей, знакомых по всему миру, потому что наша компания является международной. И интернет дает возможность общаться с людьми с разных уголков земного шара. Поэтому, если вам это откликается, если вы еще не в нашем проекте, хотя я уже вижу, много человек пришли, которые действительно уже в нашем проекте, я думаю, что им это очень нравится, и это не подставные люди. Хотя, может, и подставных парочку пришло, не знаю. Вот. Все, кто уже с нами, поставьте плюсики. Спасибо за сердечки, ребяточки. И я немножечко расскажу о себе, что мне дал этот проект. Ну, я пришла в этот проект 3,5 года назад. Пришла я не одна, с моим мужем Владимиром Коваленко. Пришли мы с полного нуля, то есть у нас не было никаких знаний, мы не понимали, что такое сетевой бизнес. У нас было неадекватное отношение к нему, агрессивное отношение, потому что мы не понимали сути этого бизнеса. Мы думали, что здесь нужно ходить с какими-то сумками, что-то продавать, втюхивать, впаривать и так далее. Но каково же было наше удивление, когда мы увидели, что это бизнес немножечко другого направления. И мы начали изучать много моментов, поняли, что этот бизнес можно полностью проводить через интернет, имея в кармане телефон, имея в руке телефон. И что мне очень нравится, этот бизнес можно совмещать абсолютно со всеми делами, домашними делами, совмещать с уходом за детьми. У нас, кстати, двое деток, старшей доченьке 5,5 лет, младшей всего 1 месяц. И не знаю, поверите вы или нет, но мы зарабатываем больше 300 тысяч рублей в месяц. В следующем году мы будем зарабатывать еще больше, потому что наш заработок постоянно растет. И делаем это вообще из любой точки мира. То есть мы можем поехать отдыхать, можем лежать на пляже. Я могу, допустим, в свинг посадить ребенка младшего, одной рукой придерживать ребенка, а второй рукой я могу общаться с людьми и работать. И что самое крутое, этот бизнес приносит удовольствие. Потому что я и так люблю общаться с людьми, я и так это делала до того, как пришла в бизнес. Теперь я это делаю и получаю за это деньги. Я обрела очень много друзей. Я вот сегодня обсуждала эту тему с моей кумой, которая также директор нашей компании, она пришла тоже к нам в команду, когда увидела
мои результаты, мои достижения, да, и долго она в это не верила, в этот бизнес, не хотела к нам идти, потому что у нее тоже были в голове какие-то моменты, которые не давали ей этого. И все-таки она пришла, когда услышала, что в нашей компании самая большая премия — это 1 миллион евро, да, человек, который уже знает, что такое бизнес, знает, что такое большие деньги, он пришел сюда также. И очень много предпринимателей, кстати, линейного бизнеса у нас в команде, очень много специалистов в разной области, поэтому этот бизнес действительно собирает огромное количество людей с различными знаниями. И хочу сказать, что кроме того, что наш заработок уже составляет 300 с лишним тысяч рублей в месяц, мы получаем большие премии в евро, причем по курсу Российского банка национального, и премии эти у нас от 1000 евро до 1 миллиона евро. Суммарно, пройдя весь маркетинг-план, его можно пройти буквально за 5-7 лет, можно получить 2,5 миллиона евро. Да, мы уже несколько премий получили. Следующая наша премия будет в январе, это 10 тысяч евро, и в апреле мы планируем получить премию 22 тысячи евро. Также хочу сказать, что мы вступили в квартирную программу. Расскажу немножечко потом об этой программе. Ладно, расскажу сейчас. В общем, в нашей компании есть такая программа ипотечная, квартирная программа. Что она обозначает? Ты можешь на определенном уровне, когда ты выходишь со своей командой на определенные товарообороты, выйти на такие товарообороты, что компания позволит тебе взять в ипотеку или купить квартиру, и она будет выплачивать за тебя эту ипотеку с процентным кредитом. Так вот, мы вступили в программу, и скоро мы планируем взять квартиру, которая стоит 7 миллионов рублей. И компания за нас будет выплачивать ипотеку. Да, вот такая вот радость, вот такой радостью хочу поделиться. Но мы не одни это сделали, из нашей команды еще две девчонки из Казахстана тоже вступили уже в квартирную программу. Через 6 месяцев мы все уже приобретем квартиры. Ну, то есть это очень крутой шанс, вот кому хочется дом или квартиру, для кого это кажется нереальной мечтой, это реально, и здесь это можно осуществить и реализовать, только нужно постараться немножечко. Также у нас уже есть автомобиль от компании, да, это Kia Sportage, последние комплектации с панорамным люком, то, о чем мы мечтали. Мы не хотели BMW, мы не хотели Mercedes, хотели именно Kia Sportage, хотя в нашей компании можно взять машину любой иномарки. Вы сами выбираете, какую иномарочку. Вот я вижу, люди пишут: круто, да-да-да, мы этого добились действительно. И хотим поделиться с вами. Мы не хвастаемся, мы просто хотим замотивировать вас делать то же самое. Потому что если вы делаете это, то, соответственно, и мы радуемся. Да? Потому что здесь все радуются друг за друга, так как когда зарабатывает твой партнер, зарабатываешь автоматически и ты. Вот, автопрограмма, что это за программа? Когда ты выходишь на уровень вице-директора всего лишь, сетевики, наверное, знают, что это самый первый ранг, в основном во многих компаниях, и у нас это, очень быстро этого можно достичь. Почему? Потому что товарооборот всего лишь 147 500 рублей, чтобы выйти на уровень вице-директора. Привет, девчоночки, привет, Катюша, всем привет, мои хорошие. Так вот, ты выходишь на этот уровень, увеличиваешь товарооборот два раза, да, то есть выходишь на 300 тысяч товарооборота и пишешь заявление и получаешь через 5 месяцев автомобиль от компании. Чем выше твой ранг, тем выше статусом ты получаешь автомобиль. Опять же, повторюсь, любой иномарки. Следующая программа, я хотела о них рассказать чуть-чуть попозже в конце, но я не могу не рассказать, потому что это, в принципе, одна из мотиваций моих вообще, почему я в этой компании. Потому что я люблю классные автомобили, я хочу менять жилье постоянно на более улучшенное, да, эту квартиру мы купили 5 лет назад, 5,5, и сейчас мы уже готовы к новой квартире, у нас родился новый ребенок, и нам нужна квартира побольше. И именно бизнес в этой компании дает нам такую возможность. Также мы поменяли автомобиль, которому тоже было 5 лет, заметьте, на автомобиль более крутой, более дорогой. Благодаря компании, да, благодаря нашей компании. И что еще для меня очень важно, компания дает возможность путешествовать. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, все, кто хочет путешествовать, кто любит путешествовать, кто готов
трудиться ради того, чтобы ему давали в подарок много путешествий. В нашей компании путешествия минимум 2 раза в год, минимум. Путешествие, в которое мы едем, уже мы выполнили все условия, в феврале, это офигенный круиз. Я была уже в одном круизе от компании, была на Мальдивах, на Гоа, на Шри-Ланка и Мумбаи. Мы посещали вот этих 4 места. Это было круто, потому что круиз – это не просто, когда ты поехал в одну страну, да? Ты видишь несколько стран сразу, ты тусуешься на этом круизном лайнере, где есть все, тебя кормят, поят, ты плаваешь в бассейне, ты веселишься, дискотека, выступления в театре, шопинг. В общем, круто. Вот, девчонки, все хотят путешествовать, мы будем это делать с вами вместе, обещаю, если вы немножко потрудитесь. Так вот, первый круиз был такой. Сейчас мы едем в Сингапур, Таиланд, Малайзия. На еще более, говорят, крутом лайнере, там на итальянских лайнерах, очень шикарных. Вот, в сентябре мы летим на Кипр, всей огромной командой на Кипр. Кстати, очень легкие условия, вообще легчайшие. Привет, привет. Поэтому выполняйте, спокойно можно выполнить, да, до лета еще, до июля месяца длится квалификация. И следующее путешествие потом, которое будет следующей зимой, это Доминикана. Шикарнейший отель, all inclusive, самые классные всегда отели выбирает наша компания. И всегда все включено, абсолютно все. Все экскурсии, все включено. Вот, поэтому это то тоже, ради чего я сюда пришла. И я путешествую очень много сейчас благодаря компании BOC, потому что, кроме того, что компания дарит бесплатные путешествия, еще и дарит много денег, на которые тоже мы часто путешествуем уже с семьей. Были на Кипре, в Таиланде, в Турции, в общем, где мы только не были уже, и сейчас перечислять сложно за то время, когда пока мы здесь. Итак, немножечко я все поменяла местами в этом прямом эфире, но дала вам такие самые вкусняшки, которые нравятся мне. Хочу, чтобы вы знали, что они здесь есть и что этого можно добиться. Так, суть бизнеса. В чем же, в принципе, состоит наш бизнес? Наш бизнес состоит не в том, чтобы брать и продавать людям какую-то продукцию. В данном случае компания, партнером которой является наш проект, который называется Freedom Style, в данном случае мы партнеры компании BOC. Что же это за компания? Это компания, которая основана во Франции, производится продукция такая, как косметика, товары для дома, по уходу за детками, по уходу за мужчинами, декоративная косметика, уходовая косметика, бижутерия. Также присоединилась компания Джафра к нам. Это американская косметическая компания люксовой категории. Парфюмерии очень много у нас. И компания BOC – это натуральная косметика с органическими компонентами, которая производится исключительно в лабораториях Франции. Это французская продукция. Компания Джафра, повторюсь, это Америка, которая производится в Мексике. Также по европейским технологиям. Так вот, ребят, являясь партнерами этой компании, мы все-таки не направлены на то, чтобы продавать продукцию. Мы направлены на то, чтобы строить бизнес. Потому что если ты продаешь, да, если ты берешь сумку товара, идешь и продаешь ее людям, открываешь магазин, да, или просто идешь продаешь. У нас это можно делать, но это не должно быть основой вашего бизнеса. Это можно делать как дополнительный источник дохода, реализовывать. Но самое основное, что вам нужно понять, что суть бизнеса в проекте Freedom состоит в том, чтобы вы искали партнеров в бизнес. По факту вы это организатор бизнеса. Вам нужно найти всего лишь 5 человек для начала, да, которые будут, первое, пользоваться сами этой продукцией, не продавая, да, то есть все равно человек идет и покупает что-то где-то в магазинах. Я вот раньше, да, покупала косметику только в duty free, скажу вам так. Или просила людей, которые приезжали из-за границы, да, у нас первый бизнес был связан с иностранцами, просила привозить мне косметику из-за границы. Потому что здесь то, что продают
в том же Летуале, это вывозится на экспорт, это делается для наших стран, и качество того же Диора не такое, как если ты покупаешь это где-то в Европе. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Поэтому я любила хорошую косметику, которую привозили только мне из-за границы. Так вот, и сейчас что я сделала? Она стоила довольно дорого, правильно же? Я поменяла эту продукцию на продукцию компании BioSy. То есть сейчас я иду в эко-магазин и со скидкой 33% покупаю там продукцию, которая намного дешевле обходится мне теперь, но качество, поверьте, шикарное, потому что человек, который разбирается в продукции, который понимает, каков должен быть результат, который разбирается в составах, он видит, что это действительно так. То есть суть нашего бизнеса. Ты берешь и меняешь свой обычный магазин, в котором ты покупал все это ранее, на онлайн-магазин BioSy или на эко-магазины, которые есть во многих городах. Покупаешь все это первое со скидкой 33%. Второе, у нас огромнейшее количество акций. Многие говорят, что в других компаниях такого количества акций нет. Передаю слова других людей. Кто со мной согласен, ставьте плюсики и сердечки. То есть тебе еще дарят кучу подарков за это. Плюс ты получаешь зарплату каждый месяц. Когда ты находишь еще 5 таких же людей, как ты, вот пошли сердечки, плюсики, людей, которые уже были в других компаниях. Ты приводишь 5 людей, каким образом их искать, в нашей школе это все рассказано, показано, но скажу прямо, используя соцсети. В соцсетях ты грамотно рассказываешь о бизнесе и находишь людей, то есть люди к тебе приходят, интересуются, и ты им рассказываешь о бизнесе. Все, 5 человек ты нашел, они точно так же, как и ты, делают свой личный товарооборот. И ты учишь этих 5 людей, как нужно, опять же, по нашей школе, используя нашу школу, да, сильно ты там сам не заморачиваешься, даешь уроки, человек самообучается, ты его просто направляешь. Так вот, человек ищет точно так же, каждый из 5, по 5 активных партнеров. И те тоже делают личный товарооборот и аналогично дуплицируют те же действия. Таким образом, ты создаешь огромное количество людей, это и будет называться твоя команда, твоя структура. Многих из этих людей ты даже знать не будешь, потому что когда ты привел 5, 5 привели еще 5 и так далее и тому подобное, многих ты не знаешь. Но в чем огромный плюс нашего бизнеса? То, что называется пассивным доходом, по сути. Эти люди приводят следующих, и ты запускаешь огромную бизнесовую машину. Эти все люди пожизненно на своем личном потреблении приносят тебе доход. Как? Компания с каждого из этих людей, с его личного товарооборота, с его личных покупок, платит тебе процент пожизненно, абсолютно каждый месяц. И чем больше этих людей, тем больше твоя заработная плата. Круто? Круто. Так вот, хочу вам сказать, что за 3 мы создали такую огромную структуру, что не то, что мы не знаем многих людей, да, хотелось бы, конечно, обязательно с каждым из них познакомиться. И очень круто, когда мы знакомимся на мероприятиях, когда мы едем вместе в путешествие, там мы знакомимся с этими людьми. Но многих людей, практически, наверное, 80%, я лично не знаю. Привет, привет всем. Но эти люди делают действия каждодневные, да? Пока я, например, могу отдыхать или заниматься с ребенком. А я получаю деньги. Каждый день я получаю деньги. Эти деньги суммируются, и 1 числа следующего месяца мне приходит огромная сумма денег. Вот такой вот бизнес, вот такая вот суть. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Никакие названия типа финансовых пирамид, да, или разводников здесь совершенно нету. Потому что у нас есть товар. Мы элементарно помогаем огромной торговой компании реализовывать товар. Просто это делается
не только через эко-магазины, которые также мы можем здесь открывать, да, открывать розничные магазины. Но это делается через мобильный телефон и через систему продаж бизнеса через соцсети. Вот и все. То есть все очень просто, и я теперь сама удивляюсь, как я могла раньше не понимать, что MLM-бизнес, сетевой бизнес, это очень мощный, крутой, честный и правильный бизнес, который дает возможность огромному количеству людей, которым папа или мама не подарили свой заводик или свой ресторанчик, и которые хотят самореализоваться. Так вот, этот бизнес дает им эту возможность. И очень жаль, когда кто-то, кто действительно мог бы, у кого хороший потенциал, не берет эту возможность. И ты знаешь, если сейчас ты понимаешь, что тебе откликнулось то, о чем я говорю, да, может, ты смотришь запись, может, ты этого прямого эфира, может быть, ты сейчас на этом прямом эфире, тебя пригласил сюда какой-то человек, да, который уже в нашей компании, потому что он хотел передать тебе, что это круто, что это классный бизнес. Так вот, напиши прямо сейчас, и лучше позвони этому человеку, который тебя пригласил на этот прямой эфир. И зарегистрируйся в нашу команду. Что нужно для регистрации? Во-первых, хочу сказать, многие пугаются каких-то взносов. Нет у нас здесь никаких взносов денежных. Нету. Еще раз повторюсь, это не финансовая пирамида. Да? То есть не надо не вкладывать никакие деньги. Ты приходишь и бесплатно регистрируешься онлайн. Без паспортных данных. Тоже этого не нужно. Многие боятся, что потом берут паспортные данные, идут, берут кредиты. Может, так и есть, я не знаю. Ну, во всяком случае, мы от этого как бы защищены тем, что нам не нужно здесь предъявлять паспортные данные. Без паспортных данных ни к чему тебя это не обязывает. То есть ты приходишь к человеку, который тебя пригласил, он тебе дает ссылку, ты за 2 минуты регистрируешься, получаешь логин, пароль, первое, от личного кабинета, в котором ты контролируешь полностью все процессы, да, все свои финансовые передвижения, передвижения товаров, делаешь заказы личные через этот кабинет, все прекрасно ты видишь. И второе, тебе дают нашу пошаговую онлайн-школу. Что дает эта школа? Ты смотришь видео, выполняешь домашнее задание тому человеку, который называется куратор, который тебя пригласил, ты сбрасываешь выполненные домашние задания, обсуждаешь с ним, что тебе делать дальше, правильно ли ты все понял, он тебе помогает, и идешь дальше. Точно так же, когда к тебе придут твои люди, здравствуйте, здравствуйте, когда к тебе придут новички, ты тоже даешь им пошаговую школу, то есть тебе не нужно каждому все разжевывать. Человек сам обучается, ты просто контролируешь этот процесс. И вот таким вот образом каждый человек может выйти на классный, хороший заработок. И каждый человек может осуществить любые свои мечты, которые действительно он себе в жизни нарисовал. И прийти к какой-то заветной цели. Вы знаете, у меня есть один большой страх. Страх жить на пенсию, которую дает государство. И я себе пообещала, что я не буду жить на пенсию. Я смотрю на своих бабушек и дедушек. Я смотрю на родителей, да, которые вышли на пенсию и просто не понимают, как, да, как купить себе лекарства. Я вижу, многим это откликается. Это действительно ужасно, когда старенькая бабушка сидит, и у нее пенсия 7 тысяч. И она понимает, что она купила лекарства и хлеб, и больше у нее денег нет. А у нее есть дети, а у детей своя жизнь. Но ей приходится звонить и просить: «Доченька, купи мне продуктов, потому что у меня просто нет денег». Хочешь ли ты звонить и говорить такое своим детям? Я не хочу. Я хочу, чтобы... Я позвонила своей дочери и сказала: «Вероника или Дарина, у меня 2 доченьки, чем тебе помочь? Давай я приду посижу с твоими детками. Или давай я возьму в круиз
тебя с собой. Поехали, потусим, попьем мартини на палубе, потанцуем и так далее. Ребят, ну все же в ваших руках. Я даю вам информацию сейчас о том, что это все реально. Есть возможность не жить на пенсию 7000. Есть возможность жить в своей собственной красивой квартире. Есть возможность кататься на классном автомобиле своей мечты. Есть возможность путешествовать и посетить, и увидеть этот мир, и увидеть, как живут другие люди. Есть возможность кайфовать. И вот наш бизнес как раз и дает возможность жить так, как тебе хочется, не быть под кем-то, скажем так, и просто осуществить свои желания. Все в наших руках, да, вот, пишут девчонки, все в наших руках, поэтому, ребят, если вы еще раздумываете, да, то жизнь коротка. Возьмите и все-таки позвоните тому человеку или напишите, который сейчас дал вам ссылочку на этот прямой эфир, и регистрируйтесь в нашу команду, в нашу компанию. Если ты пришел и случайно наткнулся на этот прямой эфир, и тебе это откликнулось, ты хочешь к нам в бизнес, то пиши мне в директ. Вся информация у меня есть на страничке. Заходите, смотрите сторизы, заходите, читайте посты. Также у меня есть свой YouTube-канал, на котором я рассказываю очень многое для MLM-предпринимателей. Там целая обучающая школа. Я буду рада, если будут мои видео полезны. Итак, с вами была Елена Коваленко. Я очень рада всем тем, кто пришел, всем тем, кто потом посмотрит прямой эфир. И желаю вам удачнейшего вечера. Пока-пока!